Привет, ребята! Это очередной выпуск ТОП-5. Как известно, все в нашей жизни бывает в первый раз. Или не бывает. В этом выпуске мы расскажем вам о 5 элементах истории, которые произошли в самый первый раз. Первое место. Самая первая фотография. Первое закрепленное изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом Ньепсом. Но оно не сохранилось до наших дней, поэтому первой в истории фотографии считается снимок «Вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась 8 часов при ярком солнечном свете. Достоинством метода Ньепса было то, что изображение получилось рельефным, и его легко можно было размножить в любом числе экземпляров. Второе место. Самая первая в истории аудиозапись. В истории звукозаписи первое устройство о звукозаписывающем приборе датируется 18 веком. В старом Париже изобретатель Эдуард Скотт в 1860 году, 9 апреля, создал самую первую звукозапись. Кажется невероятным, что данный уникальный экспонат истории удалось сохранить. Прослушать 10-секундную запись народной французской песни смогли спустя полтора века. Третье место. Самый первый в мире фильм. Один из первых фильмов, снятых и публично показанных братьями Люмьер. Прибытие поезда на вокзал Ла Сиоты. 1986 год. Несмотря на незамысловатость сюжета, фильм приобрел широкую известность. По свидетельствам, некоторые показы фильма вызывали панику среди публики, которая не была психологически готова воспринимать ожившее изображение движущегося поезда. Такой вид материала долгое время копировался операторами по всему миру, которые создавали свои версии того же сюжета на разных вокзалах, в том числе и в России. Например, Жорж Мельес в 1896 году сделал две версии этого сюжета – прибытие поезда на вокзал Жуанвиля и прибытие поезда на вокзал Винсанна. Ну вот, любили раньше снимать вокзалы. Наверное, что-то было в этом символичное. И поезд, и железная дорога – это тоже было все впервые. Поэтому старались показать все возможности и технологии того времени в одном кадре. Четвертое место. Самый первый мультфильм. Самый первый мультфильм в мире – «Фантасмагория» был создан при помощи темных линий, нарисованных на белой бумаге, а после отпечатанных на негативе. Отсюда и эффект рисования мелом. Это рисованная двухминутная короткометражка французского карикатуриста Эмиля Коля, выпущенная на экраны 17 августа 1908 года кинокомпанией «Гаумонт», была признана экспертами первым мультипликационным фильмом. Ну и напоследок, пятое место. Самое первое видео на Ютубе. Самое первое видео на Ютубе появилось субботним вечером 23 апреля 2005 года. Оно было загружено на самый популярный видеохостинг одним из его основателей – Джавадом Каримом. 20-секундный ролик с названием «Я в зоопарке», снятый на любительскую видеокамеру другом Карима Яковом, запечатлел будущего миллионера на фоне слонов в зоопарке Сан-Диего. Ну а я вынужден с вами попрощаться. Это был ТОП-5. Подписывайтесь на канал. Всегда улыбайтесь, не грустите. Ну и пока.